приятно, что мы имеем такие уникальные проекты. Действительно, я с большим уважением отношусь и выражаю огромную благодарность авторам этого проекта Spirit of Tengri, Namatwe, Namatdance, потому что эти проекты, они такие очень сложные, скрывать не будем, и оно требует много внимания и усилия, потому что найти оригинальных исполнителей, оно всегда требует человеческих ресурсов. Уникальный проект Namatwe, приехали сильнейшие исполнители, и при том разного плана. И отрадно, что в этом году все исполнители в своем репертуаре имеют как нашу казахстанскую, казахскую мелодию. Фестиваль Namatwe является одним из фестивалей, который находится под брендом The Spirit of Tengri. Подготовка идет целый год. Буквально после окончания фестиваля мы начинаем подготовку к следующему. Это огромная работа, потому что, например, в этом году участвует более 20 стран, более 130 артистов, которые выступают на наших сценах. Эти артисты, они все востребованы, являются звездами в своем роде. Поэтому, чтобы их поймать и притащить в Казахстан, нужно определенное время, потому что они очень востребованные артисты. Собственно говоря, большая работа, она проводится совместно с Министерством культуры и спорта, поскольку без государственной поддержки подобные огромные проекты, их делать очень сложно. Огромное спасибо Министерству нашему за то, что разглядели наш фестиваль и сделали возможным проведение уже второй год в нашей столице. И наша задача – показать миру то, что могут в музыке наш народ. Дело в том, что на территории планеты нашей наиболее известная музыка латиноамериканская, арабская, африканская, европейская. Но вот наша евразийская, она мало известна. Поэтому мы считаем нужным сделать так, чтобы ее знали во всем мире. Основа любой независимости – это самобытная культура. Если мы ее будем поддерживать такими фестивалями, это будет подогревать нашу независимость и движение вперед. Поэтому для нас огромная честь быть на открытии. Это очень круто. Секрет прост. Нужно любить, уважать традиции, любить своих предков, хранить эту память и обязательно передавать будущему поколению. Фестиваль Namatwe является единственным международным, мощным, большим фестивалем вообще в целом в мире. Namatwe является тоже таким неким семейным фестивалем, куда люди приходят с семьями, с детьми, от мала до велика. И как бы наша задача, мы считаем, она выполнена. И надеюсь, что мы будем развивать. Ну и символично, что это все-таки посвящено 20-летию столицы. Потому что наша столица все равно находится в самом центре евразийского континента и является правопреемником, культурным правопреемником, скажем, таких подобных мероприятий. Namatwe-дің бір ерекшелігі осы жылғы ерекшелігі енді мен үшін өте үлкен үлкен сенсация болып отырған дүние. Бұл қазақтың халық әні болмаса ертеректе композиторларымыздың әндерін өздерінің тіліне, өздерінің дыбысталуына ыңғайлап айтқанды ұнап отыр. Бұл арандудың бәрі сен үшін қой.
для нас, для меня лично, в первую очередь, встреча с прекрасной музыкой, потому что приезжают музыканты из разных стран и несут свою культуру, и слушать музыку, и обогащаться, что-то получать, что-то дарить. Этого фестиваля от предыдущего является, собственно говоря, площадка, которая позволяет нам сегодня создавать здесь совершенно удивительную, уникальную атмосферу на берегу реки Исиль. Площадка новая, мы своим концертом фактически ее открываем и вместе с тем раскрываем наш фестиваль на Матвей с нового технологического, так сказать, ракурса. Потому что сцена, которая здесь установлена, свет, который установлен, сама конструкция сцены, ориентированная как на амфитеатр, так и на реку Исиль, на набережную реки, по-своему уникальна. Большой географический такой территориально большой состав, начиная от Турции, в том числе и в Тувы, России. Очень много стран принимают в этом участие. Я думаю, что народу станет больше и больше интересен этот фестиваль в дальнейшем. Я в первый раз в Казахстане на такой большой сцене, на таком грандиозном мероприятии выступаю, именно в качестве сольного исполнителя. Но в Казахстане я, в принципе, бываю часто, и мне всегда здесь нравится. Всегда здесь атмосфера особенная. Сегодня мы получили массу эмоций, бурю, получили очень позитивную энергетику от публики. Я очень люблю этот фестиваль, и зрители, слушатели нуждаются в таких музыкальных проектах, так как они несут культурное просвещение. С каждым годом фестиваль становится все лучше и лучше, так и музыканты, которые выступают здесь, становятся все лучше. Каждый раз приезд я открываю что-то новое для себя. Уровень жизни, музыки с каждым разом все нас удивляет и нас притягивает. Для меня вот лично фестиваль — это всегда некая ступень в развитии, в творчестве. Посмотреть, как другие, чем занимаются, как думают, как мыслят, что используют, показать то, что мы умеем. Мы выбрали красивейшую песню «Екатерин». Выбрали ее не случайно, она близка нам, и композиция схожа с нашими венгерскими мотивами. Мы очень счастливы, что нам удалось ее исполнить. Я с подругой сегодня, вот позавчера мы приехали с Алматы специально на Матвей, потому что мы были на Тенгри в Алматы в июне. Увидели
анонс в интернете, то, что будет на Матвей. Мы приехали сюда и планируем приехать 6 июля также. Которые есть по всей Евразии. Больше таких фестивалей я не видела на таком высоком профессиональном уровне. Децибелы зашкаливают, просто акустика шикарная. Всех поздравляю, что открылся такой прекрасный зал, да, или прекрасное место, где может звучать настоящая музыка. Как всегда, Spirit of Tengri прекрасно всегда организовывает такие прекрасные фестивали. Я чувствую себя абсолютно фантастически. Я счастлив вернуться сюда. Мы проделали большую работу. Это мое второе участие в фестивале. Еще ранее я был и в Алматы. Астана — это фантастический город. Была потрясающая отдача, потрясающие зрители. Спасибо им.